Ребята, всем привет! В этом видео я покажу вам, как отварить сардельки. Эти сардельки с сыром, но принцип варки всех сардельек один и тот же. Берем кастрюлю, набираем примерно литр воды. Переносим кастрюлю на огонь. Делаем его на самый максимум. Накрываем кастрюлю крышкой, чтобы вода быстрее закипела. Ну а пока вода пытается закипеть, подготовим сардельки к варке. Убираем вот эту вот нитку, если она у вас есть. Она тут не нужна. Дальше сардельки давайте между собой разъединим, для того, чтобы удобно их было потом вынимать. Давайте посмотрим. Вода закипела. Отлично. Теперь берем сардельки и аккуратно их опускаем в кипяток. И теперь вот с этого момента ведем отсчет. Варим 3 минуты, не больше. Для этого, чтобы все точно было, я включаю вот таймер. И все. И 3 минуты жду. Почему 3 минуты, чуть позже расскажу. Обязательно следите за временем. Итак, друзья, время готовки завершено. Вот смотрите, ровно 3 минуты. Все, вынимаем сардельки, выключаем огонь. Это можно сделать при помощи ложки. Вот, и вилкой придерживаем аккуратненько, чтобы они не плюхнулись обратно в кипяток. Посмотрите, видите, сардельки остались в оболочке, они не лопнули, все отлично. Но если вы передержите их, то есть будете варить 5 минут, то посмотрите, вот такой вот будет результат. То есть сардельки потеряют свой вид. И, ну, если сами будете кушать, то ничего страшного, в принципе. Если будете готовить для гостей, то, соответственно, ну, будет очень некрасиво. Поэтому время готовки важно, запомните. 3 минуты. Ну и, конечно же, вам нужно показать же, правильно, что сардельки сварились, поэтому мы сейчас ее разрежем. Ребят, ну еще мы хотели бы вам порекомендовать подписаться в группу ВКонтакте, ссылки на которые мы оставим в описании под этим видеороликом. В этих группах вы сможете забронировать жилье на море без посредников. То есть, будет две группы. Группа на крымское жилье и на краснодарское жилье. Если захотели отдохнуть в Крыму, то переходим в крымскую группу. Если захотели отдохнуть, например, в Анапе, в Краснодарском крае, то переходим в краснодарскую группу. В этих группах жилье без посредников. Объявление публикует только хозяева жилья. Вот, вот так вот объявление тут размещается. Ребята, имейте в виду, посредников нет. Ссылочки в описании. Ну вот смотрим, смотрите. Сарделечка готова, видите, сыр аккуратненько вытекает. Но если вы переварите их, то, друзья, оболочка вот эта лопнет, сыр этот весь вылезет, в воду вытечет. Ну, будет, в общем, невкусно, так как сыра не будет, да? Ну, сыр будет, но его будет мало. И некрасиво, непрезентабельный вид будет. Все, друзья, всем желаем приятного аппетита. Сообразили вот такие вот хот-доги по-быстрому. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока-пока.